Во Владимир приехала настоящая Снегурочка из Костромы. Встреча с детьми прошла в городском арт-дворце. Рано утром зал бывшего дворца культуры завода «Точмаш» заполнили дети. Родители привели их познакомиться с внучкой настоящего Деда Мороза. Ради такого случая малыши одели свои лучшие наряды. В ожидании Снегурочки гостей развлекали сказочные трубадуры. Скучать не давали матушка Зима, Красная Шапочка и Буратино с Мальвиной. Непосредственно в зале аниматоры увлекали маленьких зрителей в хороводы. Чуть было не испортили торжество злые кикиморы и Кощей Бессмертный. Они потушили огни на елке, вновь зажгли их и подняли настроение окружающим Дед Мороз с его внучкой. С костромской Снегурочкой владимирские дети познакомились впервые. Ну, мне понравилось все игры, танцы, Снегурочка. А Снегурочка чем понравилась? Вот ее коса понравилась, и сама, что из Костромы. Наряды понравились, ну, как еще сказку постановили. Вот. Ну, в общем, все понравилось. А Снегурочка? Да, очень понравилась. Ну, потому что она приехала из Костромы. Она красивая и добрая.